Фрески и фотообои по индивидуальным размерам. Любая текстура и любое изображение для спальни, кухни, зала и не только. Более миллиона эскизов из каталогов. Профессиональный дизайнер создаст изображение по вашим индивидуальным предпочтениям. Изготовление и печать фотозон, фотоподушек, фотокниг и портретов. Идеальное решение для ресторанов, кафе и гостиниц. Мы работаем по всему Забайкальскому краю. Красочный мир, фотообои и фрески на заказ по вашим размерам. Улица Шилова, 35А, торговый центр «Авангард». Офис 7. Атомная электростанция может появиться в Забайкальском крае для решения проблемы дефицита собственной электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу «Мир-24» рассказал новый вице-премьер правительства края Алексей Сергейкин. Со слов губернатора Забайкалья Александр Осипов поставил перед ним две основные задачи. Это газификация региона и начало проектирования АЭС под Читой. Также планируется начать осваивать два месторождения «Титан» Ванадиевых рут и ряда других. Вопрос с энергетическим дефицитом в Забайкалье планируется закрыть с помощью «Росатома», уточнил Сергейкин. Напомним, что экс-замглавы Железногорска Алексей Сергейкин был назначен заместителем председателя правительства Забайкалья 26 сентября. Упрощенная система налогообложения действует на ряд новых сфер деятельности. Об этом сообщили на пленарном заседании Законодательного собрания Забайкальского края. Налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1%, если объектом налогообложения являются доходы, установили для нескольких категорий налогоплательщиков. В список, утвержденный законом, вошли обрабатывающие производства, производство бумаги, бумажных изделий, сфера печати, издания газет, работа гостиниц, предприятий общественного питания, деятельность кинотеатров, туристических агентств и туроператоров. Сретенский районный суд оштрафовал бывшего исполняющего обязанности главы города Сретенска в Забайкальском крае Евгения Бочкарникова на 220 тысяч рублей и на 2 года запретил занимать ему руководящие должности в органах госвласти и муниципального управления. Такой приговор ему вынесли за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Речь в уголовном деле шла о ремонте речного вокзала Сретенска, когда занимавший пост заместителя главы Сретенска исполнял его обязанности. Экс-муниципальный служащий признан виновным по части 2 статьи 286 и части 2 статьи 292 Уголовного кодекса. Приговор в законную силу пока не вступил. Самый большой бассейн в Забайкальском крае на 50 метров планируют построить в поселке Текстильщиков на КСК. Предварительная информация предоставлена Министерством спорта региона в официальном ответе на запрос «Запру». Ранее президент Федерации плавания Забайкальского края Александр Старицын выразил протест по части размещения спортивного объекта. Цитата. Разговоры про то, что бассейн в 50 метров хотят построить на КСК, ходили еще при прошлом министре спорта Виталии Ломаеве. Но это невозможно. Зачем в отдаленном районе с населением гораздо меньше, чем в центре Читы, строить такой большой бассейн? Его никогда не заполнят и никакой посещаемости там не сделают. Построят огромный объект, чтобы он простаивал, заявил Старицын. Также известно, что Министерство планирования края работает с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики по строительству бассейна в рамках дальневосточной концессии. Проектно-сметную документацию будет разрабатывать инвестор, который пока не определен.